Смартфон последнего поколения разыгрывают среди вакцинирующихся в Алматы. В одном из торговых домов города стартовала необычная акция. Любой желающий после иммунизации получает купон и автоматически становится участником розыгрыша, а также обладателем дополнительных скидок в отдельных магазинах. А вот когда объявят победителя, расскажет Аян Рафина Рикпаева. Антиковидная акция стартовала еще 3 дня назад. Число желающих принять в ней участие заметно растет. Ежедневно в пункт вакцинации приходит до 100 человек. Изъявила желание привиться и пенсионерка Жанат Шулинбаева. Она тоже может стать обладателем главного приза. Просто я в возрасте, но я решила вакцинироваться, как вся страна, весь мир. Я просто хочу летать, куда-то выезжать. Поэтому я вакцинируюсь. Впрочем, после процедуры никто не уходит с пустыми руками. Каждому из вакцинированных в пункте дарят сувениры, брелоки, магнитики и другие призы. А еще в мегаполисе при предъявлении паспорта вакцинации можно получить скидки на посещение кинотеатров, фитнес-центров, кофеен, компьютерных клубов и не только. Но перед инъекцией нужно пройти медосмотр. При заполнении анкеты мы задаем тест-опросник. Страдает ли человек каким-то онкологическим заболеванием, были ли последние случаи контакта коронавирусной инфекции, или он переболел. Таким людям мы, конечно, не прививаем. И люди, которые получают гормонотерапию, ВИЧ, СПИД, есть определенные противопоказания. Итоги розыгрыша объявят 31 мая на официальной страничке торгового дома в Инстаграм. Победитель будет определен путем случайного отбора. Цель вакцинации очевидна. Обеспечить населением защитой от этого вируса, от COVID-19, который позволит нам жить полноценной жизнью. Для того, чтобы реализовать государственную программу в рамках вот этой оговоренной темы, администрация торгового дома, огромное спасибо акимату города, акимату Алмалинского района за помощь. Тем временем в городе число получивших вакцину перевалило за 290 тысяч человек. Из них более 30 тысяч – горожане старше 60 лет. Аян Рафина Рикпаева, Рашид Шукралиев, телеканал «Алматы».